Что, Люся, все-таки домой? Какой бы вольер большой не был, домой? О, зовут, 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 зовут. Беги скорей, скорей. Скорей, Степа там ругается. Скорей. Получилась дружная семейка, душа радуется. Люська такая, мама, мама. Пошла, виляя попой. Все, хозяйка. О, Маня, такая, какая бузом. Люся учится лазить по деревьям. Люсь, классно? Нет, у меня дети. Иди ко мне, говорю. Люся. Сейчас Степу возьму, за Степой пойду. Иди ко мне. Что он лишнее там съел, да, Люся? Люся. Тут уже, друзья, в процесс не вмешиваемся. Тут уже как стая. Степа, иди ко мне. Скажи, папа, я пытаюсь. Степа, иди ко мне. Меня тормозят. Мандаринка зашла? Мандаринка зашла. Да им все заходит. Люся.
Степа, иди ко мне. Лохматый такой. Спать вечером будут. Дуся. Нет, ну тут уже не вмешиваемся, да, тут уже они должны выстраивать свои отношения, как в любой семье. Она думает, что лучше знает, что Степке надо и сколько надо. Видите, каждые 5 минут идет предупреждение о том, что не надо засовывать руки в клетку. И все равно люди пытаются это сделать. Маня все возле еды, да, Маня? Люсь, ну Соня уже все поевала, что ты еще хочешь поевать на мне? Люся, что, еще что-то нам не осталось, да, целое? Люся. Да, сейчас, скажи, папа. Сейчас футболку дорву, да? Люся, штаны. Так, а что там достало уже? Так, шнурочек от штанов. Так, это уже поевала. Это уже дырка, Люсь. Что? Чтобы так, телефон нет. Телефон вы мне один уже уничтожили, хватит. Люсь. Люся. Гуляем. Люсь, гуляем. Да. Люсь. Это сегодня первый день вывели. Новые вольеры, да? Не, мне просто казалось, что их там на улице. Нет, их на несколько часиков здесь. Они не будут здесь ночевать. Не, ночевать, да. А днем, да, будут. Солнышко, нужно движение. Люсь, ты мое солнышко. Ты мое движение, да. Да. Малышарик, не та. Они еще не такие большие, им еще мало для такого движения. Бум. Если бы, конечно, они были здоровы изначально, то они бы уже и лазали, и бегали бы уже. Конечно. А так, это и так, скажи. Шикарный движняк. Так, ну что, пойдем работать? Пошли. Пусть сидят. Сидят. День будут однозначно сидеть. Соня поехала. Соня перевернула. Не, заберем, она же его сгрызет. Смотри, как сидит. Угу. Главное, чтобы не... Это да, от счастья. Как человек. Нет.
Люси и Сони очень нравится Валера. Все, все, Люся, давай к детям. Вы не наелись, алё? Не, мне кажется, они точить будут целый день. Другие планы были залезть на дерево. Это не обезьяна. Это человек. Да? Все. Я вижу, вам хорошо. Кушайте, мы пошли. Соня идет. Вот. Так, опа, опа, опа. Побаиваются, но не боятся. Соня вообще не агрессивна. Прекрасно относится к малышам. Все хорошо. Привезли Жорику. Жорочка! Жорик! Иди, мальчик. Оу. Жора так смотрит. Водопад тебе плат устроил. А орешки где-то? Жора. А орешки мы там? Есть, есть. Жорочка. А здесь были синенькие. А я же отдавала. Кому? Какие синенькие? Вон синенькие. Ну это миндаль. Жорочка, иди сюда. Иди, моя птица-синица. Жорочка. Мой мальчик, ай, красивый о, мальчик, ой, какой, ой, какие перышки, какой носок, ага. И верно, ангельский быть должен голосок. Да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да. Попей, да. Холодненькой. Вот. Ой, вот так, все. Можешь искупаться даже. Холодненькая, да? Жора. Жорочка. Жорочка. Дай клюв. Дай. Жора. Дай. Нет, попить. Жора. Жорочка. Ой, ой. Жорочка. Ну. Жо. Жо. Попей водички, попей. Вот так. А что там сварил? Орех? Молодец. Ну давай вечером к тебе приду.